Интересы жителей муниципалитета представляют депутаты Совета Славянского района. Благодаря депутатской работе принимаемые на сессиях Совета решения взвешенные, отвечающие требованиям дня и с социальной направленностью. Чтобы добиться этого, нужно приложить немало усилий. В ходе подготовки к очередной 17-й сессии Совета нашего муниципалитета назрела необходимость обсудить важные вопросы, вынесенные на сессию, чтобы на ней работа шла максимально четко и продуктивно, и не возникло непонимания деталей. Совместное заседание депутатских комиссий прошло в зале районной администрации для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность принимаемых решений. Заместитель главы Славянского района, начальник финансового управления Валентина Пахарь, рассказала о внесении изменений в решение 5-й сессии о бюджете муниципального образования на 2021 год, а также предложила вниманию депутатов проект бюджета района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, адресное решение социальных вопросов, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района и бюджетов поселений, а также поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Славянский район. На ваше рассмотрение и утверждение выносится проект бюджета по доходам на 2022 год 3 288 413 600 рублей. Этот вопрос, конечно, был самым важным. Депутаты задали уточняющие вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко оценил бюджет на будущий год как сбалансированный и социально ориентированный. Бюджет сформирован, скажу, что вот за последние годы это один из самых таких хороших, мощных бюджетов. Защищены все статьи, программы все сверстаны, значит, более 29 программ. Все те социально-публичные обязательства будут выполнены, финансы заложены. В ходе комиссии, когда обсуждали депутаты бюджет, значит, особое внимание депутатов, как бы, уделялось и внимание уделяли тому, что наполняемости бюджета, это доходная часть. Потому как работают предприятия нашего района, от того зависит и расходная часть. К счастью, все предприятия, несмотря на пандемийное время, работают стабильно, уверенно, бюджет пополняется. Кроме того, на совместном заседании депутатских комиссий Совета Славянского района были обсуждены и другие вопросы. Всего их более 25, вынесенные на предстоящую 17-ю сессию. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».